Сегодня ни для кого не секрет, что для того, чтобы получить место в детском саду, родителям приходится становиться в очередь почти сразу же после рождения ребенка. Совсем недавно в дошкольных учреждениях прошли выпускные, а значит, скоро на место будущих первоклашек придут совсем маленькие дошколята. Но многие ли получили место в детском саду? Могу сказать, что для детей в возрасте от 3 до 7 лет проблем с местами в дошкольных учреждениях нет абсолютно. То есть у нас 100% обеспеченность данной возрастной категории. Но следует отметить, что мы в регионе решаем вопрос и обеспечения дошкольными местами деток раннего возраста, от 1,5 до 3 лет. И вот 8,5 направлений таким детям мы, собственно, выдадим. Сегодня в детских садах набирает популярность обучение по программе ТРИС – теория решения изобретательских задач. ТРИС-педагогика является основной для развития у детей творческого мышления и креативного подхода к решению жизненных задач при помощи четко систематизированных методов. В детском саду номер 186 «Волгарик» в течение многих лет обучают детей по этой методике. Ребята с самого раннего возраста изучают основы физики, биологии, астрономии, занимаются шахматами, пишут стихи и песни. Мы учим детей думать. Мы знаем, как это делать. И те педагоги, которые здесь работают, они постоянно учатся. Сказать о том, что мы все знаем ТРИС, это будет лукавство. Поэтому у нас есть научный руководитель, который постоянно с нами работает, который ставит каждому из нас проблемы, который знает, как ТРИС должен развиваться в дошкольной системе. И поэтому, вот, наверное, те результаты, которые есть, они на сегодня очевидны. В настоящее время комплектование в Ульяновске уже завершено. В детские сады города выдано 1301 направление, причем больше 1000 из них дети до 3 лет. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.